Быстрее! Мы его теряем! Быстрее! Сейчас, тихо! Где он? Вот он, из него течет вода, он слипся. Это? Здравствуйте. Чё ко мне пришли? Сегодня мы будем рум-тур проводить. Здесь я сижу, там я лежу, там я ем, там я стою, там я сижу, лежу опять. Сегодня мы еще будем делать, чтобы видео было разнообразнее, веселее, супер хайповее, трендовее и модней. Мы будем сегодня еще готовить жраку из ТикТока. Поэтому как бы в квартиру мы не проходим, а едем сейчас в магазин. Это обувайся назад. Чё зашел? Вышел отсюда. Давай иди, стой возле подъезда, жди. Не уходи. Я уже готов. Мы скоро придем. Ты не грусти, если что. Может быть, мы с тобой погуляем вечером. Как помнишь, 2 года назад ты гуляла? Классно, может забыла уже. Когда-нибудь еще увидишь улицу. Видите, это нам надо еще купить. Видите? Поехали. Че? Хотите послушать, как включить машину? Она заведена уже. Я просто не вожу, но делаю вид, типа, вожу. Вау. Помню, ездил как-то раз, и поэтому больше не езжу. Надоело сразу. А вот бесплатно. Я хочу платную. Бесплатно неинтересно. Первое, что я буду искать, это пельмени, конечно. Этот нравится? Красивый. Ну все, беру. Ветчина, зелень. Ого, бля, 3 вонючих помидора, которые я никогда не ем. Можно почти к шаурму купить. И там тоже будет помидор. Ну йогурта я не понял, какие надо. Возьму по цвету подходящий. Вот такое примерно там было. О, это вонючка. Да-да, не его. Вот этот, короче, тогда больше просто такой? Ну давай. Хочешь? Да. А, тут 2 разных сразу. Да? Да. Ну, короче, вот этот беру я. Ну, еще возьмем, поедим потом. Вон. Вот это. Нормально. Так, зефир. Его любят бабушки. Вот, стоп, вот пряник я возьму себе. Тульский. Берем, как на видосике, а сыр у нас есть дома. Че это? А что делать? Че это? Я не понимаю. Так, надо изучить. Быстрее! Мы его теряем! Быстрее! Сейчас, тихо! Где он? Вот он, из него течет вода, он слипся. Быстрая заморозка. Если они растаяли, это будет куча теста. Если будет так, будет зато еще интересней. Здесь, в коридоре, я убираю свою куртку. Все вот так закрывается, наверное, нет. Это коридор. Здесь стоят наши обуви, провода от интернета и нерабочий домофон. Кто-то в дверь стучит. Ну или какой-то ебанутый звук. Здесь я работаю. Здесь нету ручек. Если что, это не наша квартира, мы ее снимаем. Вот, заходите в мой дворец. Пойдемте. Я так думал, пафосно будет. Блять, там свет сейчас. Заходите. Здесь я создаю, изобретаю. Это эффекты для звука. Это звук. Это кнопки. Это моя статистика. Я тут дрочу. Место порнхаба. Тут у меня лежит VR. Отдыхает, готовится к следующим видосам. Здесь находится хромакей. За хромакеем тайная комната, как в Гарри Поттере. Там я думаю. Вот, это моя халабуда здесь. На самом деле, я просто некуда диван деть. Поэтому комнату немножко пришлось вот так сократить. Планирую, знаете, что сделать? На какую-то, может, круглую дату или на что-то еще, поэтому подписывайтесь на канал на всякий случай. Я планирую сделать 24-часовой стрим в VR Майнкрафте. Если я пойду вдруг в туалет, потом с закрытыми глазами. Ну, чтобы только в VR видеть мир Майнкрафта в течение 24 часов и ничего больше. Вот такой эксперимент. Если хотите, пишите в комментариях, лайки обязательно ставьте. Все, пойдемте дальше. Ну, для кого важно? Roland VT3, Focusrite, не помню какой, на самом деле, насрать. Какой понравится, такой возьмите. Stream Deck не покупайте, говно переоцененное, стоит дохуя, лагает. В AT2035 микрофон. Все, мы возьмем вот это с собой, кстати. С моей комнаты взят диван, потому что я говорю, один диван мешает, а 2 вообще перебор. Поэтому один теперь стоит в коридоре. Сейчас я приду. Простите, я думал, на меня искры сыпятся, блядь, а это люстра шумит.
Это комната, где я сплю, либо смотрю аниме. Короче, это хоромы, где я отдыхаю на кровати гигантской и смотрю аниме. Ручки, правда, нету. Вот, ну и кровать такая себе. Так, заходите, заходите. Здесь, короче, кровать располагается, чтобы под моим весом эта кровать не лопнула к хуям, а она уже так делать пыталась. Просто по одной реечке медленно проваливался в пол. Поэтому мы скинули все кровати в бок и вот так проще. Здесь мы смотрим аниме вот через вот такую штуку. Xiaomi Mi Box называется. Здесь все фильмы, здесь все сериалы, все аниме, все, что хотите. Если прошить эту штуковину, да? Короче, сначала ее прошиваешь, потом покупаешь подписку за 100 рублей на всю жизнь и смотришь все сериалы, фильмы вообще без рекламы. Оно даже глючит от того, как яростно мы им пользуемся. Но все равно это удобно очень. Включись! А, я выключил, да? Вот, ютубчик, например, что хотите, смотрите тут. Заходите сюда, видеобокс. Вот, выбирайте фильм любой, да? Сериалы. О, блядь, сосок. Фильмы, сериалы, аниме, что вас там интересует? Ну, допустим, фильмы. Включаем дальше тишина, например. 1978 год. 480 качества, к сожалению. Но это тут. Можно через торренты смотреть, но там надо интернет для монстров какой-то, чтобы в прямом эфире это делать. Вот, мой любимый фильм имени театра. Там про бабку и деда, которые умерли, наверное. Я не досмотрел еще. Первый раз я сюда зашел, я охерел просто с иероглиф. Я думаю, что я пишу фуги, тут везде иероглифы. Он говорит, что за иероглифы, покажи. Я ему показываю, он говорит, ну слава богу, что не запрещенные. Вот, это мой любимый иероглиф. Надеюсь, он реально ничего плохого не значит, а то еще сейчас меня посадят. Я вообще зашел в эту квартиру, когда первый раз. Мы стоим такие, тетенька ждет нас, и я такой, а не говорю, нет. Это вообще ад, тут нельзя жить. А сейчас я привык и думаю, прикольно, по-творчески здесь как-то все. А тут зловещее логово Анны Мяу. Можете ее в ютубе набрать, Анна Мяу, там будет Анна Мяу. Она стримерша, смотрит всяких фриков там. Ну, ссылка в описании, короче. Вот здесь вот, ну, это ее диван. Там она шикарно отдыхает, как будто бандит из 90-х. Здесь она, как бандит из 90-х, стримит. Вот, у нее тут хромакей, короче, красиво, классно, молодежно. Как вам? А? Здесь я иногда медитирую. Сижу, жду очередь в туалет, например. Вот туалет. Ну, это туалет, у всех туалет. Это то, что там, ничего интересного. Мне нравится, как туалет в ночи выглядит. Я всегда иду как будто во врата в рай. Здесь я купаюсь, лежу здесь. Ну и кухня, в которой мы сегодня будем готовить блюда из ТикТок. Можно сначала перекусить макарошками. Блядь, сейчас же кринж придется слушать. Да, блядь, я не буду это вставлять. Не надо! Какие макарёшки, блядь? Ну она так разговаривает! Микроволнёшки. Короче, на макарёшки залить водой выше на 2 сантиметра, посолить, помешать, и в микроволнёшку на 1.5 минуты достать, помешать. Как паузу нажать, блядь? И так ещё 4 раза по минуте. Да заткнись! Оп. Надо же в тарелке, у нас есть белая тарелка. Так она в кружке делает. Нет, это же тарелка! Да, блядь? Да, это так выглядит просто. Я бы один не справился. Такая? Да? Нет! Да, у меня так много там? Побольше, ну да. Столько ж? Да. Стоп! А, много? У меня так знакомая ест, кстати. Я десну порвал. На 2 сантиметра выше воды, говорит, надо. Ну, выше макарон, воды надо на 2 сантиметра. У нас воды нет. Воды нету? Ну, с крана пойдет. Она с осадком каким-то желтым. Ну, на фоне желтых макарон не видно. Сейчас посолим. Это надо 1.5 минуты тебе жарить. Да говори, блядь. Достать, помешать. И так еще 4 раза по минуте. А, надо будет достать, помешать. По-моему, проще макарон сварить. Берем теперь вот это. Это руки мыл? Конечно. Знаешь, макароны мешали. На. Ну, вкусно. Что-то будет волшебное, я чувствую прям. Ставим еще на минуту. У нас есть сыр уже готовенький, натертый. А куда вода должна когда-то исчезнуть уже? Ну. Потому что в видосе она не уточняет, куда девается вода. Просто в одном из кадров ее потом нету. Блядь, долго, сука, есть хочу. Я уже устал. Еще 2 раза. Поехали. Еще 1 раз. Я уже скоро поем. О, они реально свариваются. Она в конце говорит, знаете что? Она говорит, макарешки без возни, блядь. Мне как будто в тарелку нахаркали выглядит. Так, ну не знаю, у нее в видосе в кадре просто вода потом куда-то исчезла. Я ее солью.
Так, перчим. Сыпем сыр. Ну, сыр, он, его много не бывает. Это что? Ну, разберем это. Так, потом вот это. Что-то мы тарелку огромную замутили. А, молока надо было еще. Точно, точно. Оператор мне помогает. Так, оператор. Угу. Все. Наверное, нам надо две. А, да, у нас много макарон, точно. Так. Ну, выглядит годно. Сейчас я в порядок приведу все. Все, убираем на полминуты, говорит. Наше замечательное блюдо готово. Вот, это потом мы поедим, если что, подогреем. Красиво, ребят. На сколько баллов из 10, пишите в комментариях, выглядит это блюдо. Миска нужна, 2 йогурта. Так, ну ладно, такая же тарелка нам пригодится. Берем 2 йогурта, но надо как у него. Вот, персик и ягоды. О-о-о. Следующее, что нам нужно, это помешать. Чего так красиво наливал? Да, блядь, спина устала. Че купай, надо на колхозную тарелку положить. Она, правда, с этими краями, которые искрят в микроволновке. Ну, со спецэффектами зато. Его одна штучка, ебать их там много. Это вообще вкусно? Я это не ел. Ни разу? Не помню, чтоб ел. Да ладно? Да. Ты вообще жизнь не знаешь. Да я вообще дикий. Так, ну неплохо. 8 секунд. Погнали. Как он делает? Дальше нужно, короче, размешать. Да ёб твою мать, ну что ты сразу не говоришь? Там еще зефир надо порезать. Чё это? Так, ладно, нормально, где зефир? Дальше вот, чё, пряник туда вонючий крошим. Крошим в тарелочку. Так, слышь, ты охотник половой на пряники. Так, ну это тупое блюдо, это просто лучше по отдельности ешьте, не моросите. Все, на этом видео заканчивается. Даже не перемешивал. Ну я перемешаю, не знаю, наверное, надо перемешать. Вы не забывайте, что я еще буду сегодня доедать. Ну, это что, это ужин? Это вообще смешно. Я сегодня еще пельмени поем. Сыр, смотрите, тянется, как паутина. Нормально. Это, наверное, не должно было быть плохо. Учитывая еще, сколько я сыра сюда насыпал. Вкусно? Ништяк. Ну, давайте навернем кому-то этот бог сладости блеванул в тарелку. Ну, это пиздато. Невкусно, нет? Ну, не всем пиздато. Я как говноед, который ест все подряд. Оператор бьется в агонии от сахара в мозг. Ну, ладно, это для извращенцев. Что я могу сказать, ТикТок? Ну, ты, у меня глаз трясется, блядь, когда я с тобой связываюсь каждый раз на канале. Идем готовить доедончик. Пельмени, короче, лежат сырые на вид, но с желтыми кругляшками. А это значит, что... надо их просто пожарить, но они как бы все равно сырые примерно, так чуть-чуть остаются. Берем сковороду, классная, короче, кривая сковорода. Раз, на всю выкручиваем. Теперь берем маслечко, чтобы поджарить все это дело красивенько. Оп! Эти пельмени страшно жарить, потому что они, если чуть-чуть растают, то все, это пизда. И поэтому жарить их просто сырыми тоже страшно. Я их обычно варю, а потом в раскаленную сковороду кидаю, быстро их обжариваю, тогда они ништяк вообще. А так я грибобасом себя чувствую. Проблема этой сковороды то, что она вот так выгнута, и она только в центре нагревается. Так, короче, начинают сгорать, прошло секунд 3. Я за это время уже помидоров сколько нарезал. А? Нет, точно все. Смотрите, а этот уже пиздец негоден. Так, все, засыпаем вот этим барахлом. Ложим в центре, как на видосике. А у нас сыра же нету больше. Чуть-чуть сыра осталось, я забыл, что у нас еще пельмени будут. Во! Ты закрываем все это дело. Все, ждем. Мне страшно. Мне кажется, что там какое-то говно. Оба. Сырое тесто же. Супер говно. Говне говна не ел вообще, говно, самые говняные пельмени, говняные из 10. Вот как вы готовите пельмени, вот это заебись по-любому. А вот это не делайте так, это, блин, не, ну не знаю, ну короче, хуета. У меня лично не получилось, если у вас прямые руки и хорошие пельмени, может быть, пельмени с помидорами вам понравятся, я не знаю, мало ли какие у вас фетиши. Макарошки реально неплохие, сладость это, ну это супер, надо быть дауном, шкальцом, дегенератом. Лучше это съесть все по отдельности, это будет намного вкуснее и лучше. Макарошки топчик, учитывая, что это рецепт для микроволновки, это реально топчик. Это что-то типа дошика получается, но только надо 10 раз в микроволновку еду ложить заново, высовывать, ложить, высовывать. Извращение немного, но ничего, как на вкус зато классно.
А пельмени нихуя не получились, блядь. А если, не знаю, там не написано, какие точно надо брать. Ну это говно, говна. Свари ты, блядь, пельмени, нахуй, по-нормальному. Поэтому я закончу видео и пойду бить жену. Надеюсь, вам понравилось рум-туры, готовки. Если хотите еще всяких блюд с ТикТока, мы что-нибудь придумаем. Может, как-то улучшим формат, может, еще что-то. Предлагайте все обязательно. Пишите в комментариях, ставьте большие пальцы вверх. Используйте бота для ВКонтакта, который оповещает вас о выходе видео либо о стримах в личку ВКонтакте. Два клика, ссылка в описании. И вы подписаны на этого бота, там заморачиваться сильно не надо. А если вы не пользуетесь ВКонтактом, редко туда заходите, можете уведомления все включить в телефоне. Вам чисто будут уведомления с ВКонтакта еще приходить. А то с Ютуба не всем все приходит. Почему-то так пишут, по крайней мере. Колокольчик там нажмите. Все. Я вас обожаю, вы лучшие. Все как всегда. Спасибо большое всем. До встречи.